пропускают, и все проезжают. Здесь парковка прямо на территории отеля, заезд с обратной стороны. При заселении вам дают талон и заезжаете на парковку. И с парковки уже спускаемся вниз. Вот написано ресепшн. То есть ресепшн. Увидел ресторан, назвал ресепшн. Снизу надпись ресепшн налево. Ну там же, где и ресторан, там же и ресепшн. Зелень. Летом здесь насыщенная, должно быть очень красиво. Утки. Красота это. Наверх, наверное, можно подняться. Вот лебеди есть. Красивые. Лапы здоровые. Красота. Все подписано, что какие растения. Большие клетки, но пустые. А нет, это не пустая. Он, хозяин, сидит наверху. Вот здесь же можно шашлычки сделать. Внимательно наблюдает. А детям здесь раздолье бегать. Это здорово. Дети, они сами по себе любопытны. А здесь столько места, где можно полазить. Парковка большая, здесь три площадки. Нижняя, средняя и верхняя. Верхняя вообще пустая. О, козы. Белые голуби. Сидят, смотрят, что же я буду делать. Ладно, спустимся вниз, там вон еще какие-то животные есть.
сейчас на улице не жарко, где-то 10 градусов. Вода бегущая не столь вызывает приятные эмоции, как летом. А летом, когда жарко, это здорово. Привет. Камерунские козы. Свой зоопарк. О, попугаев сколько. Фазан венгерский. Фазан золотистый. Где? Вот он, один золотистый. В перемешку с курами обычными. О, какие интересные. Здесь стойло пони эстонский, пони шотландский, осел, спрятались, не выходят. Енот. Малыш. Кличка Крошка. Енот по лоску. А, там он еще один спрятался. Не выходит? На сухокате Соня, кличка, тоже где-то спряталась, не выходит. Ладно, идем дальше изучать территорию. Здесь бар, зал арго. Но в данный момент бар не работает. Бассейны, баскетбольная площадка, пьяная лестница, турник. О, я турник нашел. Шахматы, рогатка. Это тренировки на пьяной лестнице и крутящийся турник. Можно потренироваться и потом выигрывать ставки. Упражняется. Не напьешься, так посмеешься. Что же там такого? Кулак какой-то. Как ребенок сладко говорит.
детская площадка с батутами. Велопрокат здесь же. Бильярд. Закрыт. Теннисные столы. Детвора играет. Светофорное регулирование для изучения правил дорожного движения. Это что здесь? Лазертаг для игры. Площадка. Максимальная территория использована. Здесь же футбольная площадка. Играет футбол. Я в них думала, разочаровалась. Там баскетбольный кольцо. Да, мы с тобой не будем. Здесь виноград. Хотя на виноград не похоже. Но летом это все зелено. Теннисный корт один без покрытия и теннисный корт второй с покрытием. Турники, брусья, груша. Всем есть развлечения. Вот так вот все зелено. Бамбук обыкновенный, бамбук карликовый. Ребенок увидел баскетбольное кольцо нормальное. Там какое-то чучело стоит. Здесь зал под открытым небом. Вот оно нормальное. Ну, практически нормальное кольцо. И все, вот здесь уже дальше нет ничего. Место для курения выделено отдельно. Это вход в третий корпус.
здесь вот по кругу мы прошлись по отелю. Территория, в принципе, не маленькая. Но детям это раздолье. Погулять, побегать. Так что на 4 звезды с трудом. Именно из-за ухоженности. Но в целом отель прекрасный. И очень много анимаций. Очень много. Здесь каждый час что-то происходит. Детей развлекают, взрослых развлекают, какие-то мероприятия устраивают, пазлы собирают, то они там ищут, то квесты проводят. Так что время есть как проводить. Ну вот мы на ресепшн пришли. Пойдем на море через тоннель. Здесь еще есть тоннель. Сейчас собираемся и идем. Выходим из отеля налево, поднимаемся метров 30 в левую сторону. И тут у нас должен быть тоннель. Я сначала не понял, про какой тоннель идет речь. А здесь, оказывается, есть полноценный тоннель. Работает с 7 до 9. Компромат. Компромат. Темно и сыро. Тоннель изрисованный весь. Ну, прохладно. Дует ветерок, и спуск идет вниз. Для каких целей он построен?